Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Steampunk Tower 2. Так, задание. Времена Англии, как особой административной зоны, закончились. Война добралась и до нашего дома. Нужно остановить культ, во что бы то ни стало. Нельзя допустить захват Лондона. Защитить Лондон, показать. Вот здесь вот, что ли? Окей. Ну что, пойдем? Блин, подожди, починить можно мне? Так, починил, а теперь в бой. Защита Лондона. Сейчас мы посмотрим, что у нас из этого получится. Жми сюда. Новый враг, вертолет. О, даже как. Это вот это вот вертолеты? Опа, они намного, ребята, сильнее, чем самолетики. Они поживучие будут. Так, пока отбиваемся, вроде бы нормально все. Куда ты бежишь? Ну что, не достает, что ли, до него? Парашютист. 100 хп, ой, 10 хп всего лишь. Вторая волна сразу же. Ну? Так, а если мы вот так вот сквознячком, так сказать, пробьем. А что, им по барабану, да, получается? Тут еще и дирижабли всякие летят на меня. Смотри. А, их тут два было, я думал, он такой один большой, длинный. Давай иди сюда, и ты тоже иди сюда пока. Восстановим боезапас наших. Думал, такой сейчас нахрапчиком возьму. Опа, идут. И танки. И все остальные. Блин, мне нужно этаж, ребята, как-то новенький сделать. Еще один. Если, конечно, такая есть возможность. И будет ли. А кто нам, интересно, уже повреждения нанес? Разбомбим? Да. Так, паровой луч у меня накопился. Это, в принципе, меня как бы сейчас в данный момент вообще нисколько не волнует. Солдат с базукой, новый враг. Я понял. О, да ладно, он еще и стреляет. То есть мы должны их снаряды еще сбивать. Зашибись. Не было, как говорится, печали, и вот тебе она пришла. Давай быстро накапливай. Ну. Так, все, они уже уходят. Вертолеты, медлительные вертолеты. Эй-эй-эй! Нифига. Блин, так. Надо их бомбашить туда, получается. Ну-ка. Да, да тут, походу, ребята, у нас. Фу-у-у. На 3 звезды не получилось, да? Максимум, наверное, 2. А может быть, даже 1. И это все? Благодарю, командор. Теперь я могу вздохнуть спокойно. Лондон в относительной безопасности. Пришло время Англии вступить в войну с культом. Местные лорды на это не пойдут, пока мы не обустроим новую линию обороны. Армия культа все еще разоряет западные земли и угрожает городам. Мы получили сигнал, данный от английского командования. Мы можем отвлечь силы культа у городов Манчестер и Бирмингем, пока местная армия строит оборону. Так и поступим. Командор, помогите армии сдержать культ в этих городах. А мы с Элизабет тем временем отправимся на переговоры в Лондон. Как я там давно не был. Я поеду с вами. Я так давно не видел родителей.
Англия вступит в войну с культом после обустройства защиты своих границ. Мы должны помочь им сдерживать врагов у городов Манчестер и Бирмингем. В районе Манчестера большая концентрация наземных войск. Придется вооружиться тяжелыми пушками. Защитить Бирмингем и защитить Манчестер. То есть... Ага, как бы двойная миссия у нас получается. Так, минимум уровень второй, минимум уровень второй. То есть нам нужно... Вот эти вот, да? Подожди, разве секира? Да, по-моему, секира улучшить. До уровня 2. У меня деталей столько нету. Купить новую пушку. Ух ты, ворон. А почему я не могу? Ракеты будут доступны после задания лагерь реабилитации. То есть в данный момент у меня никак не получится. Мне нужны детали. Ну, раз нужны детали, пойдем тогда. Минус 17 топлива. Нормально. Поехали. То есть без деталей здесь, ну, вообще никак. Я на ускорение, ребят. По Шурику, так сказать, попробую сейчас здесь выиграть. Ну, основное, мне нужны детали, и все. Так, ну тут вертолеты и робо... Ох. Тут и мехи, и самолеты. Пока все идеально. Но опять же, это была только первая волна. Сейчас будет вторая. Что-то как-то так слишком быстро. Я даже не успеваю, ребят, посмотреть, что к чему и почему. Все-таки самолеты стреляют, да? Когда они пролетают, если мы их не сбили, они начинают по нам стрелять. Вот оно. В чем загвоздка? Ну, тут уже можно ускориться, что-то слишком медленно как-то они идут. Ну что, вторая волна пройдена, давай третью. Пока все награды у нас в полном объеме. Эй! Я что-то не могу понять, а... Все нормально сейчас. Стрелять сейчас будет. Так, это предпоследняя волна у нас. Паровой луч я не хочу, ребят, тратить. Надеюсь, конечно, что мы обойдемся без затрат. Но звездочка уже, ребят, так сказать, под большим вопросом. Нет, еще не последняя. Еще надо повоевать здесь. Вот теперь последняя. Машины Тесла. Налево, блин. Не было, блин, проблем. Теперь еще машины Тесла у нас тут появляются. Ну и, соответственно, чуваки с базуками. От них мы уже все не отмажемся, не уйдем никуда. Так, здесь вроде бы все пока справляемся. Ать. Ёк-макарёк. Ну! Что вот это такое, не могу понять. Что за машины такие, которые не пробиваются? Я не хочу просто потерять ни одной награды, ребят. Хочу получить все в полном объеме. У меня вроде бы... Да, у меня получилось. Потому что нам нужны детали. Самые слабые детали. Тут понятно. И здесь... Да.
Этого мало. Да это вообще, ребят, мизер. Разобрать осу, может быть. Блин, я не хочу разбирать. Так, а тут у нас... Что там? Подожди-ка, подожди-ка. Здесь понятно, а вот здесь... А, здесь ничего особого такого не надо. Там было написано, очень много будет врагов наземных, да? Поэтому наземные эти нам нужны будут. Убираем так и ставим тогда... Нет, секир... А у нас что, одна секира, что ли? Нет, вот. Подожди, секиры... Две секиры. Один коготь. Твою налево. Может, злость тогда взять? Ох, посмотрим сейчас, что получится. Злость. Танки. Я теперь понял, в чем, ребят, была загвоздка. Воу. Действительно, нас не обманывали. Слишком много юнитов идет наземных. Чук-чук-чук. Там чувак что-то машет. Да, если, например, очень много вот таких вот у нас будет, мы бы здесь, наверное, быстрее бы намного справились бы. Так, этого ничего никто не видит, что ли? Я выпускаю следующую волну. Чё-то как-то... Ё-моё. Да ну. Жми сюда. Ну так это не годится. Паровой луч у меня, кстати, был. Чё, лучше бы я его истратил. Я и забыл про него совсем. Так. Выжигаем тут всех. Отлично. Прошли. Ну и славненько. Правда, блин, все потратил. И трошок я потратил. И паровой луч. Да я бы не сказал, что тут мне много так деталей дали. Так, ну что, надо прокачивать, да? Значит, получается, секиру улучшить до 2 уровня надо. Есть. Или что? Да, 2 уровень получает у нас секира. И это только первая, а нам нужно еще 2-ю прокачивать. Так, боевая секира раз. И... Секира, так подожди. Ну да, вот это вот не прокачано у нас получается. Блин. Не хватает. Починить. Так, не улучшить. 3-я индустриальная эра. А чего у нас не хватает? А, понял.
уровень. Уровень у нас, ребята, 8, а нам нужен 9. Ну что, я предлагаю тогда еще заработать немножко деталей. Сюда же нас не впустят, нет. Ни за какие ковришки не позволят нам сюда пойти. Вот, коготь. Пускай будет у нас коготь. Еще один. Злость как-то... Мне не понравилась себе эта злость. Так, на ускорение, наверное, пойдем. Да что такое-то? Что-то я не понял. Что это мы самолеты-то уже с тобой не можем подбивать? Не успеваем. Прикинь? Просто не успеваем подбивать самолеты. Так, роботы. Да, это, конечно, хорошо, пила работает, но... Да плись ты уже, а. Надо злость прокачивать против наземных, вот, злости, против, кстати, вот этих вот бронированных, вообще эффективно. Эти у нас в основном против летающих, да? Против парашютистов, там, тому подобное. Что-то затянулось у вас, по-моему, ребят, вторая волна, вам так не кажется? Вот это тоже, ребят, не есть гуд, когда они издалека, мои пушки не достают, а они уже начинают вот так вот бомбить. У меня звездочка-то под угрозой. Соответственно, награда. Бесява. И это только лишь сейчас будет третья волна, да, получается? Ну да. Ну и где они? Вон они идут. Эти как орешки тут щелкаем. А злость, ой, это просто не успевает. Боевая секира, она не успевает, ребята, их уничтожать. Слишком они уже сильнее идут, чем мое оружие. Мое оружие уже ослабло, видимо. До самого не хочу. Ну, есть. Так, опять эти пошли, мехи. Опять пошли мехи. Боевые роботы. Ну. Блин, теперь танк еще прет. Как специально подкидывают вот эту всякую мелкую шелупень, чтобы мои пушки отвлекались на них. Ну что, с третьей волной вроде бы как-то справились, горем пополам. Четвертая. Так, эти машины, блин, Тесла тоже бесявые. Солдафончики, все дела. Так, что у нас там? Так, перезарядка. Сейчас и здесь будет перезарядка. И все это очень, ребят, не вовремя. Есть, подбил самолет. Этот подбейте, есть. Потому что звездочка под угрозой. Ну, надеюсь, это последние у нас летят. Да, ребят, победили. Три звезды, соответственно, мы всю полностью награду забираем. Да хорош.
Эй, а детали-то где? Вы серьезно сейчас, блин? Молодцы. Просто молодцы. И что вы мне прикажете делать? Ни одной детали мне не дали. Офигеть. И горючки у меня нету. Закончилось. Закончилась у меня, ребята, горючка. И, соответственно, я, наверное, не смогу дальше, да? Судя по всему, продолжать поединки. Да. Ну что, друзья, тогда на этом будем закругляться. Я думаю, что в следующей серии все-таки накопим нужное нам количество и прокачаем. Соответственно, и сможем защитить Манчестер. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.